Добрый день, записываю для вас видеообзор на ноутбук Lenovo IdeaPad 330. Ноутбук в хорошем внешнем состоянии. Небольшие потертости, глубоких царапин нигде нету. Сейчас я запустил программу ID64, электропитание. Батарея в хорошем состоянии, износа нету. На данный момент заряжается. 38% на данный момент он на зарядке. Включаем зарядку. Он немного потух, но работает. Батарея живая. Включаю зарядку обратно. Так, теперь суммарная информация о компьютере. Хранение данных. Так, дальше проверка звука. На данный момент ноутбук подключен к рабочему Wi-Fi. Захожу на YouTube. Секунд. Включаем. Включен звук. Все хорошо, изображения нигде, пикселей битых нету. Проверка клавиатуры. Клавиатура также работает. Все хорошо. Клавиши с F1 по F12 я не буду нажимать, потому что это системные клавиши. И будут вызывать меню разного вида. Ноутбук не вскрывался, все хорошо. Тут вот имеются две царапинки. Данный ноутбук вы можете приобрести у нас на сайте, либо по адресу новатора 75.